За импровизированные парты сели 40 студентов. Лидеры молодежных организаций будут участвовать в деловых играх и проходить управленческие тренинги. Узнать все тонкости молодежной политики в нашей стране и пополнить личную копилку новыми знаниями. Занятия проходят под девизом «Россия в мире, международное право и международные отношения». Получить те знания, которые никаким образом не звучат в университете, вот так подробно. Все эти наши общения, они направлены на то, в том числе, чтобы человек четко получал, наверное, и компас, и карты, те, которые будут отвечать современным событиям. Сочи в качестве образовательной площадки выбран не случайно. Именно здесь происходит большое количество событий международного значения. Помимо занятий, участники летней школы МГИМО знакомятся с постолимпийским наследием курорта, побывают в Красной Поляне. По словам организаторов, летняя образовательная площадка должна подготовить лидеров волонтерских движений, активистов предстоящего молодежного саммита БРИКС и Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который стартует в Сочи в 2017 году.